Як зрабіць Гомель бяспечным для ўсіх удзельнікаў дарожнага руху? Што для гэтага ўжо зроблена і што яшчэ трэба? Гэтае пытанне сталі галоўнымі на сённяшнім пасяджэнні гомельскага гарвыканкама. Аб турнікетах уздоўж дарог, веладарожках і шведскім вопыце. Сюжэт Ганны Кавалёвай. С початку года у Гомеля отзначается видовочное снижение колькости ДТЗ. Поменьшилась и личба сумной статистики. Выпадков травматизму на дороге стало у десятки разов меньше. А вот колькость загинувших тримается на одном узровне. Меркуючи по сёлетней статистике, малогоноровое первое место по аварийности занимает Советский район. Там сёлет отбылися 34 ДТЗ. Следом идет центральный с личбой 28. На 3 здарэнні меньше зафиксовано у Чыгуначным районе. А вот наибольш безопасным по статистике з'яв является Новобелецки. До речи, частей за все ДТЗ на улице Гомеля сёлета здарались за порушение правил проезда пешеходных переходов. Каб таких выпадков было, як мага меньше, в городе принимается целый комплекс мер. У тым лику усталяванне агароджаў уздоўж аўтадарог. Рабіць гэта почали не так давно, однако эффект стал бачны вельми хутка. Где появится, это планируется в любом случае. Установка по разным улицам, в зависимости от еще от участков, вблизи остановок общественного транспорта, где присутствует большое притяжение граждан, в первую очередь. Поэтому места определены. Это улица Богдана-Хмельницкого, Барыкина, проспект Космонавтов, Советская. До речи, існуе официальный список потребований, выполнение яких дозволить заховать безопасность дорожного руху у Гомеля. Выники и планы по реализации этих мероприемств обмерковали на посяжении гомельского гарвыканкама. Зараз у документе 34 пункты. Сюлета цалком альбо частково удалось выполнить только 24 из них. Причина – недохоп финансовых сродков. Выполнение остатних пяройдзе на наступный год. Сярод зробленных установка огороджаў на 8 улицах. Оснащение больше як паўсотні пераходов дадатковым освятлением. Реконструкция улиц с их поширением. Огучены были и пропановы на наступный год. Так, супрацовники ДАИ выказали свои идеи об тем, как сделать Гомель больше безопасным. Пропанул целый список на трех сторонках. Много из сусветного опыта. Например, створение специальной транспортной просторы для велосипедистов. Мы изучали опыт, выезжали в командировку в Швецию. Вот эта страна, которая достигла того уровня, у них самая низкая смертность на дорогах. И меньше всего дорожно-транспортных происшествий. Значит, мы изучили этот опыт, опыт работы наших коллег в Швеции. И вот основной их упор, они провели глубокий анализ, это пешеходы и велосипедисты. Поэтому у них велодорожки. И хотелось бы такой опыт, конечно, и к нам. Мы будем это предлагать, будем изучать возможность установки велосипедных дорожек в нашем городе. Ганна Ковалева, Александр Харлампа, телерадиокомпания «Гомель».